Челлендж коверца. Неполноценный бросок за ковер. 2 балла борцу синим трико. Челлендж выиграл. Красный работай! Голову поднимай, касса, первое замечание. На коверце победу одержал Гаджимагомед Ахмедов, Дагестан. На коверце приглашается Салим Джукаев, Дагестан, Абубакар Муталиев, Дагестан. Приготовится Джабраил Гайрбеков, Москва, Анзор Мажидов, Дагестан. Давай.
Челлендж ковер, переворот на прямые руки, два балла борцу в красном трико, челлендж выиграл.
держал Иван Громыко, Республика Беларусь. На ковер А приглашаются спортсмены весовой категории 61 килограмм. Имам Умаров, Республика Дагестан, Ислам Базарганов, Азербайджан. Челлендж ковер проект. 2 балла борцов с синим трико. Челлендж проигран. 1 балл борцов с синим трико. На ковре C победу одержал Абубакар Муталиев, Дагестан. На ковре возвращается Джабраил Гайрбеков, Москва, Анзор Мажидов, Дагестан. На ковре Б победил Магомед Амин Бекбулатов, Республика Дагестан. На ковер приглашается Николай Заболоцкий, Республика Саха-Якутия, Гаджи Магомед Гаджиев, Республика Дагестан. И приготовиться на ковер С Алдан Рапиев, Дагестан.